Приветствую вас, друзья, на канале «Каменный успех. Дома из камня». С чего начать? Стены каркасно-каменного дома. В первую очередь мы делаем разметку. Второе. Выставляем маяки. Третье. Необходимо положить черновой кирпич. Четвертое. К черновому кирпичу мы прислоняем пеноплекс и потом начинаем класть каменные стены. В основном мы отталкиваемся от того, что у нас уже есть. В первую очередь план, и вторую очередь это наш каркас. Он здесь залит, как бы, ну, есть расхождение, есть, я не могу сказать, что он совсем отточен. В основном отталкиваемся от него. Вы спросите, насколько же необходимо поднять кирпич. Можно поэтапно поднимать, допустим, первый этап поднять, насколько у вас пеноплекс. Можно сразу поднять к тому уровню, где у вас будет окно или армопояс, и потом уже заставлять пеноплекс там и выкладывать камни. Итак, мы сделали разметку, поставили наши маяки. Можно это делать без маяков, но тогда нужно, чтобы мастера не делали эту работу на автоматизме. То есть мы поставили маяки, и потом уже начинаем всю работу производить, отталкиваясь от углов. В нашем случае мы можем класть камень, хоть со середины начинать. То есть, когда у людей нет маяков, скажем, мастеров, они могут только делать по углам. Допустим, завели угол. То же самое, что в кирпичной кладке. Завел угол, завел второй, натягиваешь нитку, причалку или как бы там, и все, и начинаете работать. Все очень просто. В нашем случае есть маяки. И мы можем начинать работать. Вот смотрите, мы можем, если у нас нет откосов, если нет порогов, мы можем вот здесь строить до самого верха. Потом, когда у нас придут откосы, пороги, мы начинаем заводить все это, начиная с порогов и потом откосы, и закладывая все пустоты от нашей бетонной конструкции до завершения камней. Облицовочная стена дома 35 сантиметров. Все идет по плану. Здесь колонны идут 60 сантиметров, мы их так и делаем 60. Плюс к тому, пеноплекс он идет вокруг и бетона, так же само и по кирпичу. Если вот посмотрите вот здесь, кирпич, пеноплекс 8 сантиметров и потом каменная стена. Каменно-облицовочная стена. Все очень просто, ребята, все очень просто. Если кто-то начинает, если кто-то хочет научиться, или если у вас немножко хотя бы работают мозги совместно с руками, все очень просто. Когда вам говорят, что это, знаешь, это неповторимо, это сложно, это невозможно, уйдите от этого человека. Подальше уйдите, уходите и делайте, то есть... Он лучше с чужим человеком, посоветуйтесь, позвоните мне, я вам все расскажу, если смогу рассказать. Ну, в смысле, если вы поймете. Все, стройте из камня.